Следующая песня Ады Якушевой. Однажды на одном из интервью ей задали такой вопрос. «Поговаривают, будто вы перепеваете саму Аллу Пугачеву». На что она ответила. «Да, действительно. В сельском клубе на картошке, куда ее отправили от радиостанции «Юность», они пели вдвоем. Ада пела первым голосом, Алла Борисовна вторым. Уже тогда отметили, что у Пугачева очень сильный голос. Они долгое время дружили, ходили друг к другу в гости, созванивались. Ее сынок Максимка очень мечтал, чтобы ее мама была Алла Борисовна. А потом, уже в более взрослом возрасте, они дружили с Кристиной Орбакайте. Вот такой интересный факт из жизни. Итак, песня уже, наверное, первый час.